победил Рязанцева. Вообще-то ничью сыграли Попов Грачев и Мотылев Дубов, а также Мажаров Малахов. Белоус в этом выиграл турнире, но Кретова Федосеев, Удвалишвили, Яна, объясни, Сильвёзд, пожалуйста, в чем дело? Почему ты не хочешь Наев играть в турнире? Уже Савченко. Объяснил. Уже объяснил. Ну, мы не слышали об этом. Ну, надо было раньше включить камеру. После шестого тура на первом месте по-прежнему он идет Борис Савченко, у него 5 очков, 4,5 у Михаила Мажарова, вообще, это, по 4 у Александра Грищука, Владимира Белоуса, Александра Рязанцева, минут 5. У остальных меньше. Тем более, что есть миллион технических причин, по которым задерживаются такие турниры на 5 минут и на 10 минут, и пары ничего страшного седьмого не тура происходит. Внимание, занимаем места. Первый вот стол. Моя коллега. Наер Москаленко. Второй. Калякин Савченко. Из Российской третий шахматной федерации. Я надеюсь, Сильвёзд она поднимет четвертый этот вопрос. Отдохнуть. Можно Кретов Федосеев, пятый, Малахов, Белоус.